Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами тему, как же перевести деньги на карту SberKids. Карта SberKids – это детская карта, которая выпускается для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Но получить карту в пластиковом виде не получится. Данная карта выпускается только виртуально и привязывается к основной карте родителя. Чтобы получить данную карту, вам понадобится паспорт и, соответственно, свидетельство о рождении ребенка для того, чтобы выпустить. Выпускается она мгновенно, поскольку она идет виртуальная. У данной карты будет свой счет, будет номер карты, будет срок ее действия, будет трехзначный код CVC, безопасности с обратной стороны. Но все эти реквизиты будут указаны не на пластиковой карте, а именно в приложении SberKids в личном кабинете. Так как данная карта имеет свой номер, то, соответственно, перевести деньги на банковскую карту можно будет спокойно по номеру карты. Это может сделать не только родитель, это может сделать любой человек и перевести с любой карты любого банка на карту SberKids абсолютно без комиссии. И чтобы это сделать, нужно просто совершить операцию по переводу с вашей карты банковской. То есть, либо там через приложение, либо по SMS-комбинации, как вы до этого совершали переводы. И произвести транзакцию, переведя деньги на данную карту. Деньги поступают мгновенно, и ребенок сможет воспользоваться данными деньгами. Единственное, что он сможет сделать, это только оплатить покупки телефоном, там, либо каким-то устройством, поддерживающим функцию NFC, либо же совершить покупки через интернет-магазины. Снять денежные средства с данной карты нельзя. Перевести деньги родитель может спокойно в личном кабинете Сбербанк онлайн. В личном кабинете будут показываться банковские карты ваших детей и, соответственно, их баланс. Также вы можете просмотреть всю историю операций и пополнений по данной карте. И для того, чтобы перевести деньги с вашей карты на карту ребенка, нужно просто зайти в свою банковскую карту, с которой будете переводить, и нажать «Перевести деньги клиенту Сбербанка» и ввести номер банковской карты ребенка для того, чтобы перевести туда деньги. Либо же просто открыть карту SberKids и нажать «Пополнить» с вашей действующей карты. Деньги поступают мгновенно, и ребенок сможет ими воспользоваться. А вы сможете проконтролировать все расходы, которые происходят по карте ребенка. И также, если нужно, установить лимиты, которые ребенку будут доступны. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще очень много интересного и полезного. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.